В Сирии снова ситуация обострилась. Уже более 13 лет в Сирии идет гражданская война. С начала 2011 года идет война в Сирии. С чего все начался? Все начался того, что люди, граждане Сирии, сирийцы протестовали диктатуры Башара Асада. А как Башар Асад стал лидером Сирии? Башар Асад из севера западной провинции Сирии, Латакия. Он алавит. Алавит – это секта. Некоторые считают их мусульманами, но есть алавиты, которые мусульмане, есть радикальные алавиты. Их называют нусайриты. Семья Асадов относится к нусайритам. Нусайриты не мусульмане, они отдельная секта. Дед Асада, Сулейман Асад, Али Сулейман Асад, взял фамилию Асад. Асад на арабском языке означает лев. Али Сулейман Асад был союзником Франции. Он написал письмо французскому правительству и просил, чтобы французы не уехали из Сирии. Он объяснил, что если французы уйдут, мусульманское большинство будет угнетать немусульманское меньшинство, которое относится семья, клан Асадов тоже. Они нусайриты. Отец Башара Асада, Хафиз Асад, с военным переворотом стал лидером Сирии. В 70-м году он был премьер-министром, в 71-м году он стал президентом. И до 2000 года, до своей смерти, Хафиз Асад был президентом Сирии. 29 лет он единолично правил Сирией. Он был диктатором. До Башара Асада был его старший брат Басил. И той смерти Басила преемником, наследником сирийского престола считался Басил, потому что он был старшим сыном. В 1994 году Басил Асад попал в автокатастрофу, и он умер. После этого преемник и наследник стал Башар Асад. Башар Асад женился Асма Аль-Асад. Асма Аль-Асад тоже сирийка, но она родилась в Великобритании. В 1975 году в Великобритании родилась. Она из суннитского большинства. В 2000 году внезапно умер Хафиз Асад. Тогда по конституции Сирии у президента должен быть минимум 40 лет. Но Башара Асада было 35. Для того, чтобы Башар Асад стал президентом, изменили конституцию. И в 2000 году 35-летний Башар Асад стал президентом Сирии. В 2011 году началась арабская весна. И народ протестовал правление клана Асадов. И с этого момента началась сирийская война. Вот так. Пока.